Всем привет! Еще разок. Я Григорий Репс. Что мы имеем на сегодняшний день? У нас появился новый продукт «Бастурма». Обязательно будем выпускать и уже выпускаем. Очень неплохо. Рекомендую приобрести и попробовать. Что еще есть? Тут есть, знаете, интересная вещь. Я помню советские времена, когда была икра баклажанная. Мы ее намазывали на белый хлеб и ели пацанами, потому что здесь было особо нечего. Мы на ней выросли. А вот эта баклажанная икра, она пахнет именно дымом и костром. Потому что наши баклажанчики именно так и готовятся. На костре. Поэтому от них исходит такой интересный аромат. Но дело сейчас не в этом. Мы наливаем замечательный, все бы отдал, продукт под названием «Водка Григория Лепса», то есть моя. Здесь все мое. Все мое. Поскольку на улицу выходить сложно, и мы выходим на нее только когда вот это вот хапанем по маленькой. Так вот, смотрите, встречаются мир животных. Две собаки, одна старая, одна молодая. Эта молодая спрашивает у старой: слушай, а почему, говорит, ты в наморднике практически всю жизнь, а люди только сейчас и ходили? Тоже по поводу пандемии, да? Она говорит: ну, слушай, мы в космос гораздо раньше полетели. Поэтому, ребята, за собак. Не слов. Приводит, значит, мужчина девушку домой. Ну, сели чин-чинарем, выпили по бокальчику вина, потом по второму.